Fritto è buono tutto, pure se friggi la pasta. Il marito non cambia mai. Ti aiuto? Che ci siamo abituati. Che cosa vuoi che ti porto? Vorrei dire quello? Barra Клеопатра. Не знаю, почему у меня так все засвечивает на камере. Сама делала, уже много раз тут снимали. Сейчас как раз на улице хорошо. Пиццу делает на улице. Не знаю, почему такие краски некрасивые. Там мальчик у нас, девочек. Видишь, а чем меньше собака, тем больше нервничает. Non farebbe. Comunque ti posso dire questo, che loro quando sono... Fidesz, tu sei brava, da? Mangio, ti piace, da? Смотрите, около нашего дома, напротив, вот бар Клеопатры, да, там вот Пизанская башня, кстати, она сегодня горит, там очень много туристов. Смотрите, называется Рома, это под открытым небом кино. Сюда, кстати, мои малые часто ходят, я их привожу, если есть детский фильм, вот была Золушка, оставляю их, плачу им за вход, они берут легкое одеяло, покупают попкорн, берут с собой воду и смотрят фильм, потом я прихожу, их забираю. Здесь есть афиша, там есть буклеты, расписаны на весь месяц, такие фильмы есть. И вот так вот длится очередь в кино. Если можете видеть, вот она идет, это вот вся очередь в кино. То есть очень популярно. Работает только летом, потом закрывается. Не помню, если в сентябре или в октябре закрывается. Под открытым небом и вот столько людей ходят в кино. Клео сама делала бар, я рассказывала. Сама работает. Все это в дисках делала. Не знаю, почему так камера передает цвет. Клео, салютами тут. Я говорю, ну, а пиво Вия, Анастасия. Опять она говорит, что уходишь, я говорю, только пришла. Давай. Поведели то капучино Мировильозо. У нее очень классная капучино. Такой барчик маленький сама. Это у нее уже, наверное, бизнес третий она открывает тоже. Один открыла, плохо пошел, второй открыла, плохо пошел. Комаров нет, кто пьет вино, кто мартини, кто пиво. Комаров как-то тоже не очень, комары не очень чувствуются. Хотя, наверное, дождик будет, видите, какая погода. Хотя бы хорошо был бы дождик. И вон самолет полетел, видно, там мигает. Ого, там уж, а что там вот заканчивается очередь в кинотеатр? В основном молодые пары. Ну, когда детские фильмы есть, много очень детей приходят. Пацаны остались дома, потому что иногда надо выходить только с Кирой, чтобы она чувствовала заботу, любовь старую. Время с пацанами. Глазам не хватает цвета, обиды уже не в моде, и слов вырезают нежность, и туфли не по погоде, какая-то вот небрежность.